великие мировые империи, это мощные государства, которые оказывали огромное влияние на историю человечества. Римская империя была одной из самых могущественных и влиятельных империй в истории, она просуществовала более 500 лет. Византийская империя, преемница римской, просуществовала более 1000 лет и была центром великой культуры и науки. Монгольская империя, созданная Чингисханом, была самой большой империей в истории, охватывая территории от Восточной Европы до Восточной Азии. Османская империя была одной из долгоживущих империй в истории, просуществовав более 600 лет. Британская империя была самой большой в мире, охватывая колонии и владения во всех уголках планеты. Продолжим наше плавание по реке времени, чтобы напомнить, какой след эти великие мировые империи оставили в истории и культуре человечества. Римская империя – часть истории великой цивилизации. Это период ее расцвета и распада. Римская империя появилась в 27 году до нашей эры. До империи, с 509 года, в Древнем Риме была республика. Еще ранее, с 753 года до нашей эры, Римское царство. Римляне обогатили достижения древних греков новыми строительными идеями и технологиями. Они изобрели бетон, применили купольное перекрытие пространства, разработали особый тип городской планировки. В современном мире до сих пор применяется частное право Рима в качестве каркаса в изучении гражданско-правовых отраслей. В римской провинции Иудеи возникло христианство. Константин I провозгласил его государственной религией. Влияние Римской империи распространилось на большую часть Европы, Азии и Африки, создавая основу для современной западной цивилизации. Восточно-Римская империя возникла после раздела Единой Римской державы в 395 году и просуществовала более 1000 лет. Византийские императоры и мастера превзошли древних римлян. Образцом инженерного мастерства является система водоснабжения с самым длинным водопроводом и подземными водохранилищами и мощная линия укрепления Величественный Софийский собор, увенчанный громадным куполом. Сохраненные рукописи античных ученых способствовали проникновению византийской культуры в Европу и зарождению Ренессанса. Велико влияние Византии на историю и культуру России. Крещение Руси в 988 году. Византийские иконописцы и инженеры творили на Руси. София Палеолог, жена великого князя Ивана III, привезла эмблему палеологов с двуглавым орлом, и этот орел стал российским гербом. Монгольская империя – крупнейшее континентальное государство за всю историю, основано Чингисханом, который в 1206 году объединил монгольские племена и был провозглашен их верховным правителем. Ее возвышение поразительно. Группа монгольских племен численностью 1 000 000 человек сумела благодаря продуманной тактике, высокой мобильности, использованию технических достижений, правильной организации тыла, снабжения, почтовой системы покорить империи, которые были в сотни раз крупнее. Был составлен кодекс законов, в котором описывалось ожидаемое поведение граждан империи и наказание. Монгольское общество было очень упорядоченным и законопослушным. Чингисхан поддерживал терпимость ко всем религиям в своей империи. Монгольская империя повлияла на объединение многих регионов, в том числе Китая и России. Османская, Атаманская империя создана тюркскими племенами в Анатолии и существовала с эпохи заката Византийской империи в 14 веке, вплоть до образования Турецкой республики в 1922 году. Ее название происходило от имени султана Османа I, основателя династии Османов. Контролируя Средиземноморье, Османская империя являлась связующим звеном Европы и стран Востока на протяжении 6 веков. Ее культурное и историческое влияние можно увидеть в архитектуре, музыке, кулинарии, традициях многих современных стран, которые входили в состав империи. Среди выдающихся культурных достижений – мечети и религиозные комплексы, характерные элементы которых – полусферические купола, тонкие минареты и закрытые дворы с куполообразными портиками. Здесь очевидно влияние византийского искусства на османское, и это яркий пример культурного взаимодействия между эпохами и цивилизациями. В 16 веке англичане начали осуществлять колонизацию новых земель. Со временем Британская империя стала самой большой в мире, включая в себя территории в Северной и Южной Америках, Африке, Азии, Австралии. Ни одно государство в мире за всю историю человечества не владела таким количеством территорий.
Британская империя оказала огромное влияние на экономику, политику и культуру многих стран. Она создала обширную сеть торговых связей, развела инфраструктуру и образование, науку и технологии. Английский язык, правовая система и общественные институты распространились по всему миру. Наследие Британской империи остается живым до сегодняшнего дня. Британская империя частично сохранилась в виде Содружества наций, объединения 53 стран мира, состоящей почти из всех бывших колоний, доминионов и протекторатов Британской империи.